Вот такой ЦРВ купил мой сосед. Сначала отсюда она была красивая. Прошло 2 месяца. Он решил скрутить ржавчинку. Снял накладки пластмассовые. И вот что он увидел. Своими силами не может сделать, пригнал ко мне. Делаю запчасти буду из 2 частей, одно неудобно. Сначала делаю шаблоны. Шаблончики заношу. Вот они готовенькие. Переношу на металл. Это будет арка крыла. И будет сама арка. Вот таким макаром вырезаю. Вот они заготовочки. Также фарфору заготовки. Дольше и чеканить его приятнее, чем 0,8. 0,8, конечно, гнется лучше, но при ударе зубилком может порваться. Зубило не острое, но и не тупое, так что пробивался кантик. Простукиваю молотком. Молоток, я так понимаю, строительный, не специально какой-то автомобильный. Но удлиненная заостренная часть под ножом. И с ним удобно работать. Работа, конечно, не быстрая. Поэтому видео чуть ускорил, чтобы оно не надоело. Ну вот, простукиваю внутренний кант. Он примерно 5 миллиметров. Естественно, под оригинал я подгонять не буду. Но буду идти близко к нему. Естественно, все это я буду стучать и примерять, стучать и примерять, пока более-менее не подойдет. Специально не обрезал арки, чтобы можно было нормально примерить, да и потом, чтобы лишнее не отрезать. То есть обрезать буду уже по этой ремонтные детали. Как видите, просматриваются все конты. Самый неинтересный кантик именно вот этот внутренний. Поэтому с ним больше всего приходится бороться.
Ну, что-то уже похоже. Загибаю бортовку арки. Естественно, я делаю так, как мне удобно и как я привык. Любой другой мастер может это делать по-своему. Тут уже я обновил без дубила, как и делаю. И загибаем. Единственный миллиметровки минус — это при загибе таких углов радиус угла более круглый, 0,8, он более острый, как если я его увижу. Но ничего, мало точки, насколько можно сделаем поострее. Опять же простой кантики. При этом не забываю примерять. Показываю, конечно, с одной стороны, как я делаю. Та же операция будет проделана и для другой стороны крыла заднего. Поэтому эта фигня занимает как минимум часа 4, а то и больше. Это если не отходить. Но с перекурами уходит целый день. У нас, как видите, кантик получается довольно-таки красивый, но самый паскудный. Почти 90 градусов в обе стороны. Приятно работать с чистым металлом. Ну вот, как видите, я тут сварил разрез и угол сделал по бамперу. Сейчас подравниваем. Саму арочку.
придаем ей радиус. Получается нормально. Я так понимаю, тут будет дело к концу. Берем болгарочку наждачкой и буду сбивать шишки от молотка. Ну вот такая вот получилась ремонтная деталь. Беру блокнот, проверяю кантик, подрисовываю. Если имеем какие-то совпадения, поэтому сейчас я ее подправлю. Тогда уже будет практически теперь готово. Ну, конечно, что она будет примерить. Может, будут еще какие-то несовпадения. Но пока делаю это. Вот сейчас сделаю вторую часть арки. Тот же принцип. Она, конечно, полегче тут. Нет сложных форм. Распутываю кантик. Ну а потом буду все это дело загибать под угол 90 градусов. Она должна быть практически ровная, была при загибе, естественно, она чуть-чуть изогнется дугой, но это мы подправим. Ну и изменится, естественно, чуть-чуть радиус самой арки. Ладно, загибаем отбортовку. Вот, мы видим, она чуть согнута. Придаю ровную форму. Ну а радиус уже буду подгонять по самой арке. Когда надо, может быть, придется подрезать и разогнать, потому что радиус при таком загибе все равно чуть-чуть уменьшается. Ну вот, детальки готовы. Вот мои детальки ремонтные. И будем варивать. Вот, примеряю. Как видите, вот есть
несовпадение, придется здесь еще переделать. Со второй стороны лучше чуть. Обрисовываю ремонтную деталь, как не резать, и обрезаю. Сильно не обрезаю, чтобы кругло имело жесткость. Делаю внутренние детали и свариваю с бампером. Так вот и делаю. Ну, вот я все сварил. И пороги. И ремонтные детали были. Повторяю. Сваривал с бампером. Точнее, прихватил с бампером. Потом снял бампер и все это дело говорил. Вот такие все есть подрезы марки. Вот, решил готовить сам, шпаклюю сначала бассейна шпаклевкой. Подтираю все, примеряю бампер еще раз. Грунтую. Забрызгиваю гравитекс, соответственно, нужные детали. Ну и вот машина готова к покраске. Крашу до внутреннего кантика. Заметьте, я делаю так, уберем туда отворот. После покраски сразу ее снять и практически не будет видно границы. Ну вот, машина покрашена, собрана. Вот так она получилась. Вроде бы неплохо. Сколько продержит, не знаю, но буду лишь на пару лет хватит. Ну а я желаю всем